вами Лиза Найс. Всем привет, ребята, вы на моем канале. Сегодня будет очень крутой челлендж 24 часа. И этот челлендж пранк, он очень прикольный, особенно для меня. А почему, узнаете немного позже. А перед началом этого классного видео советую тебе подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, потому что видео мне выходит каждый день. Вы очень меня просили снять 24 часа, родители говорят да. Я очень долго уговаривала родителей, и наконец-то они согласились. Поэтому сейчас я снимаю челлендж 24 часа, родители говорят да. И поэтому сегодня будет очень круто, потому что я могу чувствовать себя просто шикарно и просить, что хочу. В общем, я всегда выигрышу. Ребята, сейчас будет прикол. Можно мороженое? Да. Да, можно. Хорошо. Ребята, я уже взяла мороженое, и мама не имеет права мне отказать, потому что это 24 часа, мама и папа отвечают мне да. Ребята, я решила потроллить маму и папу, поэтому сейчас я подойду к ним и попрошу еще одно мороженое. Мама, мам, а можно еще? Ты же минуту назад ела. А ты что сегодня строила вообще лично? Что вы должны отвечать? Мам, пап, можно еще одно мороженое? Да. Да. Можно. Все, я пошла. В общем, я сейчас иду за мороженым, и троллинг получается очень-очень круто. Ван ванила айскрим. Thank you. Мама, а можешь еще одно мороженое? У тебя рот один. Ну, пожалуйста. Ты должна ответить? Да, Лизочка, можно. Ура! Да. Поддержишь камеру? Ага. Стой. Да, 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 вот так. Да, чуть выше. Вот. Папа, я пойду купаться, хорошо? А ты же не поела еще. Ну как я не поела? Ну я же три мороженых съела. Лиза, это не еда. Ну и что? Ты мяч. Ну ладно, не хочешь так? Можно я пойду покупать? Да, иди купайся. Такой вот стёбный папа получился. Папа, держи, пожалуйста, камеру. Да, вот так. Короче, ребята, у меня есть просто нереальный прикол для мамы. Смотрите, кого я нашла. Это рак-отшельник, и он очень активный. Смотрите просто на него, смотрите. Его когда ложишь просто... Мама вообще не любит всяких ползучих и насекомых. Просто бля, вот так вот. И поэтому этого рака-отшельника я нашла специально для мамы. И сейчас будет нереальный прикол. Идемте. Я сначала его положу на листочек, потому что я не особо тоже таких люблю. Мама, мам, можешь дать мне руку? Нет. Мам, дай мне руку. Да не дам я тебе руку, Лиза. Что это такое? Я знаю, ты мне какую-то гадость еще посылаешь. Окей, ну тогда, мама, ты дашь мне свою руку? Да. Ну смотри, кто у меня за тебя есть. О, Господи, Лиза. Нет, я не дам тебе руку. Давай, давай, ты обещала. Ну и что? Да блин. Да положи, он положит, он не будет кусать. Я не могу, ты что? Он сразу хватается. Да просто положи и все. Я не смогу, ты что? Давай, и не шевели. Давай, мама, я верю в тебя, давай. Держи. Ну и что? Я придумала челлендж. Кто дольше удержит в руках... Не трогай, не трогай. Мам, пожалуйста, стой, давай. Не бойся, не бойся. Давай, давай. Закрой глаза, мам. Да, закрой глаза. Давай следующий челлендж сделаем. Знаешь, какой? Кто дольше продержит в руках за панцирь или на ладошке, или в руках только такого побольше рака-отшельника, тому $100. Давай, знаю. Тому все деньги. Давай. Давай. Попробуем. Давай. Хорошо. Давай, на спорт. Давай, Лиза, давай. Хорошо. Подожди.
Мама, давай теперь папу проверим. С раком останется? Да. С раком. Давай, но я думаю, что у нас ничего не получится. Папа, я думаю, папа с ним будет стоять. Давай. Давай, я буду тогда держать. Папа, да. Дай мне руку. Не дам. А что не дашь? Папа, хорошо, папа, ты дашь мне руку? Да. У меня для тебя есть сюрприз. Какашка? Да. Черепашка. Как? Да как так? Ну классно, смотри, какой кайфовый, мне нравится. Ужас. Да нет, это крадик, это не ужас. Это мой друг. Это твой друг? Нифига да, себе. Смотри, друг. Как красивый. Тогда мы тебе не подруги, папа. На. Да! Блин, ну Витька, вообще уже. На видео классно. Блин, засранец такой. Не кидай на меня. Она лишь. Мам, а можно сюда? Мам, а что ты должна ответить? Что? Что я должна ответить? 24 часа. Да? За пятерых? Ребята, я не знаю, зачем мне нужна эта поездка, но все же. Я у мамы отпросилась, поэтому мы все пятером едем на экскурсию. И чтобы было интересней, завтра вы будете управлять моим днем, и вы будете заряжать. Куда мне ехать, что мне делать, что не делать. И, кстати, ребята, ананасики будут управлять мной через Инстаграм. Поэтому быстренько подписывайся на мой Инстаграм, чтобы завтра управлять моим днем. Ребята, вот мой Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Мам, а что буду есть я? Ты будешь есть курицы и рис. Овощами. Блин, как жаль, что мне это не подходит. А можно я закажу тебе сама? Чего? А какой должен быть ответ? Да. Ну, спасибо. О, мам, а можно я, пожалуйста, закажу креветки? Да. А можно спагетти? Да. Шикарно. А можно краба? Краб и креветки. А можно краба? Да. И, конечно же, пиццу. Да. И самое главное, мороженое. Можно? Да. А можно два? Да. А можно три? Держи утром делать. А можно три? Да. Нет, давай четыре. По мне одно четыре, одно пять. Да. Класс. Ну, тогда пять. Давай. Ты будешь есть мой? Да. А можно мне нет. Мама, а можно мне пиво? Когда 16 будет, тогда да. А можно мне пиво? Да, когда будет тебе 16. Мама, можно два милкшейка? Два милкшейка? Можно два милкшейка? Да, да. Спасибо. Я сегодня угощаюсь. Можно шоколадные панкейки? Да. И можно еще два скайпа? Да. Начинаю. Мам, у меня телефон разрядился. Можешь, пожалуйста, свой дать? Ну это вообще уже надо. Мам, ну ты должна отвечать да. Да. Только игры в моем телефоне, пожалуйста, не скачь. Мам, я легко могу зайти просто с твоего телефона на свой аккаунт и все. Инстаграм. Да. Спасибо. Бери тут. Мам, я наелась уже картошечки. Можно я этой картошкой покормлю ворон? Плохо поняла. Я дам эту картошку воронам, да? Да. Лиза, что ты надела? Я расскажу сейчас официанту. Ты что, голуби тебе или что? Стая ворон прилетела. Лиз, давай быстрее. Пап. Толя. А можно я сейчас не вижу? Да. Можно я сижу? Да. Стой, пап. Можешь меня? Тебя? Ты уверена? Ты хочешь? Да. Да. Пап, ну что, пешком пойдем? Да. Ну блин, тут же далеко идти. Пап, давай лучше поедем на такси. Да.
Лиз, ты довольна? Да. Ребята, и сейчас просто контрольный выстрел. Сейчас мы пришли уже домой, и обычно мы, мама и папа, отдыхают после пляжа. Мы в это время пока просто бегаем здесь, играем в какие-то интересные игры и все. И мама и папа не разрешают нам играть на телефоне. А можно я поиграю час на телефоне? Час на телефоне? Можно час на телефоне? Глазки не вылезут. Мам, можно час на телефоне поиграть? Да. Ну, а да. Можно Игорю тоже час на телефоне поиграть? Да. А Саше? Да, можно. А вы можете поспать и нам не мешать? Засраночка, да. А принесете, купите нам мороженое? Обнаглела, видишь, как на голову залезла там. Да, тебе какое? Ванильное. Хорошо. Игорь, Саша, вам какое мороженое? Давай заканчивать на этом этот челлендж, мне что-то он не нравится. Не, почему, он мне нравится. Хватит. Он очень крутой. Да, 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 сильно много да. Следующий челлендж, ты говоришь нет. Да? Все. Нет. Ты уже начала. Нет. Ты начала? Нет. Да, ты начала. Ты начала говорить 24 нет. часа нет? Вообще, ребята, так и закончился челлендж. И мне очень жаль, потому что у меня были такие планы. Я такое хотела загадать. В общем, мама настояла на том, чтобы я снимала челлендж 24 часа, говорю нет. И даже не знаю. Если вам нравится эта идея, то ставьте лайк. И когда наберется 50 тысяч лайков, то я сниму такое видео. А с вами была я, Лиза. Всех люблю. Пока!